Лидер Южной Кореи может присоединиться к встрече Ким Чен Ина и Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на источники в администрации южнокорейского президента. Окончательное решение о своем участии Мун Чжэ Ин примет только после предварительных переговоров о встрече американского и северокорейского лидеров. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ина должна состояться 12 июня в Сингапуре. Стороны будут обсуждать отказ КНДР от ядерного оружия, но детали разговора пока не согласованы.